Всем привет, друзья! Снова я, и снова с вами. А, ты господи. Дорвались до леса. Угу. Вот что тут он делает, вот это вот? Что ты делаешь? Он себе нашел опухалу. Спокойно. Спокуха. Сейчас выколись. Ну чё вот ты? Фу, брось каку. Да, серьезно. Выкинь гадость. А, молодец. Грязи что-то полно. Да? Чистые будут рукава. Да я не про тебя, господи. Я про мусор в лесу. Не было столько. Было намного чище. Намного. Мусор. Мусора стало очень много. Мы в прошлом году с Сёмкой очень же много видео из леса снимали. И все вместе ходили, и одна я ходила, но не было такого. Как бы это. Ну вы поняли. Слово, которое крутится. Да, как-то прям печально. Такое себе зрелище. Да. Дорвались, короче. Да, все-таки сдержал свое обещание. Он говорит, ладно. Я, говорит, тебе два раза обещал, два раза мы не сходили. Говорит, уж так и будет уломало, говорит, мне. Пойдем. Пройдусь, говорит, с тобой. Потому что, говорит, ты трусиха, говорит, одна боишься. Я не то чтобы. Одна боишься, просто. Ну, компания, ну, спокойнее. Да, как-то. Не это самое, не так страшно. Что-то все деревья здесь писюкнули непонятными фигнями какими-то. Да? Так. Это моя привычка все время назад оборачиваюсь, потому что сердце, знаете, уже шалит, уже не то, возраст, пенсия, как говорится, не за горами. Шучу, конечно. На меня постоянно кто-нибудь сзади так вот, нежданчик, то на велосипеде, то бегун, так, на духу. Все, привет. И Марина готова, плашмя, зараза. Так что да, на природу. Мне нельзя в такие места, как лес. Куда-нибудь, я поэтому деревню люблю. У меня все время начинается что-нибудь не мерещится, что-нибудь не слышится, что-нибудь, не дай бог, конечно, видится. Это же нет, люди. Кто-то сидит, пивко попивает. Вообще. Видно? Нет, не видно. Видно. Молодой человек. Ну, может, не очень молодой. Человек, главное. Люди. Люди рядом. Ты не мог бы идти помедленнее? Я за тобой не успеваю. Не надо бы. Он хочет быстро, чтобы уже из леса вырулить. Нет, ты просто стал длинный, шаг у тебя стал широкий. Раньше ножичками семенится себе малыш, и все. А сейчас один шаг, как у меня. Да. На телефоне, конечно, не видать. Не это самое. Так как я вижу своим минус 3. Телефон вообще не передает. Тут прям так совсем по-другому все. Ну, мне кто-то в комментариях написал, что мне просто катастрофически жизненно необходим стабилизатор. Я в курсе. Я на эту тему уже говорила. Стабилизатор, камера, какая-нибудь там захудалая хотя бы. Потому что и монтирую, и снимаю видео, и выкладываю я все через свой телефон. А ему, дай бог здоровья, уже очень немало лет. Да что ж такое? Зажрут сейчас. Дань, тебя не кусают? Тебя не кусают? Да, на чем? А, что уже, да. Поэтому я, да, понимаю, что видео качество, ну, можно лучше намного. Но пока все через телефон.
А здесь, сами понимаете, да, это какой телефон надо иметь хороший, либо вот эти все гаджеты, штуки-дрюки, которых у меня пока нет. Я стараюсь, если уж прям совсем камера там гуляет, то я как-то стабилизирую в каких-то там приложениях, накладываю цвет, чтобы было поярче, потому что у меня телефон живет своей жизнью периодически. И сейчас день, через секунду что-нибудь там перемкнуло у него, все, и я в потемках, меня не видать. Ну, такое. Поэтому исходим из положения всеми возможными средствами. Блин, я думала, здесь народу не будет. Ну, нифига подобного. Везде, везде люди. Оно неплохо. Это уж прям очень много людей-то. Неожиданно. А сегодня будни. А сегодня... А что у нас сегодня? Будни. Четверг. Среда. Вторник. Не вторник, среда или четверг? Среда. Среда сегодня. Все. Мы поняли, что сегодня среда. Середина недели, тупица. Да. Много чего хотела сказать, много чего хотела рассказать, потому что частично в видео там что-то у меня происходит, события, я начинаю, там что касаемо было выпускного, зачем школу вызывали, там еще чего-то, куда мы ездили постоянно с Тёмкой на консультацию. Но все как-то говорить об этом вот так вот прям, я думаю, что вам это не очень интересно, то, что я говорила, если в комментариях будет интересно, вернее, если будет интересно, в комментариях напишите, я, естественно, все расскажу. Но поскольку комментариев нет и лишнее бла-бла-бла вам на уши эта информация, она тоже особо вам не нужна, поэтому я не вижу смысла как бы и говорить, да, об этом. Да что ж такое-то, господи, как будто поезд где-то остановился, и все этой дорожкой идут на остановку. Ну, серьезно, это уже вообще... Данька одел наушники и пилит. Естественно, он меня не слышит. Я пять раз, господи, крикнула. Ну вот как? Мне надо Тёмку брать, Тёмка хоть без наушников ходит. Задумался и все, и пошел. Короче, деревня не за горами. Нет, я не могу, опять люди идут. Деревню Сашка собирается вот прям буквально на днях ехать, тоже буду снимать. Очень я не хочу, во-первых, у меня дорога выматывает очень сильно, я уже говорила, тяжело, во-вторых, там вдвойне тяжело. Ой, я не знаю, как я все это буду. Сейчас еще надо зайти и купить до сютки шлеподырки, шлепанцы, потому что его провались совсем. Записал просто лес. Нет, Тёмке здесь нравится, здесь по сути как бы, да, ну, не знаю, довольно неплохо, но я это не очень люблю. И в лес я иду только для того, что здесь тихо и мало народу. Ну, видимо, не сегодня, потому что сегодня всех как прорвало. Да и сзади все. Ну, я говорю, это надо выходить, потому что сегодня просто не судьба. Я же хотела в тишине, хотя я лес не люблю, но не сегодня, не мой день. Потому что народу, я не знаю, как на 1 мая, честное слово. Ну, откуда столько людей? Будни, еще даже не вечер. Страшное дело. Тебе жарко? Немного, но... Немного. Народу очень много. И я так предчувствую, что и все скамейки, все тоже заняты. Так, а нет, одна скамеечка.
Сидим 3 минуты. Шея у меня. Я ж... Я сидела. Я посижу. В предыдущем видео выкладывала, да, и даже пластырь, по-моему, в кадр попал, который я купила от боли в шее. У меня защемили, ну, довольно часто бывает. Где проблемы с позвоночником, там всегда вот эти вот нежданчики. Почему я? Я его наляпала. Друзья, вообще ни о чем. Реально, вообще. Он не то, что не помогает, он даже не держит. Я его шлеп сюда, на шею. А он через 5 минут так... И все, и сдулся, отвалился. Это что такое? И на плече где-то здесь фигня болтается. Даже вообще. В общем, не-не-не. И, естественно, там ничего не помогло. Как у меня все болело, так и болит. Шея. Дайте посидеть на сюда. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Да что ж такое-то сегодня, господи. Кошмар. И сзади там никуда не притулиться. Тропинчик-то есть. Чуть не утолку вот этой тропинчики. Да, так что пластырь этот, не знаю, может кому-то он и помогает, но у меня он... Он попахивает какими-то травками. Травой муровой. Ничего не помогло. И он не держится и не помог. Короче, я себе уже от безысходности буквально. Ты не ват мой. 5 минут бы хоть кто-нибудь. Просто вот мимо бы не прошел. Ну что ж такое? Вот пошла в лес, надеюсь, что здесь никого нет. Да там народу меньше, по-моему, в магазине. Я забыл, что я говорила. А, про пластырь, да. Может, кому-то помогает? Мне нет. И я из того, что дома было, а дома, когда что-то можно съесть, но под рукой ничего нет, я себе туда йоду, йодовую сетку наляпала. Что помочь, да, блин. Вообще ничего. Короче, хожу, мучаюсь, шея болит. Пластыря нет. Никакие помазюльки вот эти вот ничего не помогает. Беда печек, короче. Да. Вот там была площадка. В прошлом году я снимала видео. Что мы тут... А, нет, мы попали туда. Я прыгал там до сих пор. Там сейчас народу. Возле меня какая-то хрень летает. Возле меня какая-то хрень. Даже господи. Это бабочка, вроде какой-то мутант. Это мутант, да. Ну где я, там и приключения моя. На мою. Да. Ладно, будем выходить мы из леса. В общем, как-то так, друзья. Ладно, пойдем мы до сюткой за шлепками. Шлепки вам показывать не буду, это уже вообще привет, что он ходит в кроссовках, ему очень жарко. Шлепки эти удастся. И... Меня все покусали, в общем. Ну давай, выходим. Ладно. Из леса. И VR-очки я свои нашла. С ними были 2 видео. Я еще одно видео сняла. Что-то вспомнила о них, прикольно. Но игры, конечно, на телефоне с VR бесплатные. Такие есть игры. На безрыбье, как говорится. Если очень хочется, можно и так. Вот, друзья, везде народ. Будем выходить потихонечку, потому что невозможно. Всех крепко обнимаю. Всем хорошего настроения. Всем удачи. Не забудьте подписываться, ссылка в описании канала на Яндекс.Дзен. Обязательно, это обязательно. Всех крепко обнимаю, всем удачи, всем пока.